Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала «Ворон-шоу». Сегодня мы в гостях в торговом комплексе «Садовод», корпус «Б», линия «В», павильон 36, первый этаж. Здесь представлена дизайнерская женская одежда. Всем привет! Меня зовут Ирина. Я имидж-стилист, закончила Академию PSFE в Калининграде. Также участвовала в шоу стилиста в Москве в августе прошлого года. Сейчас повышаю квалификацию в фэшн-стайлинге. Это видео будет посвящено нашей новой коллекции, в частности, лета 2023 года. И я хочу начать с нашего концептуального бренда. Это, конечно же, вот с этой модели. Вот знакомьтесь, это наша модель Ольга. Она будет представлять сегодня коллекции нашего бренда. Обращайте внимание всегда на деконструкцию в деталях. Смотрите, вот такие карманы деконструктивные. Они создают эффект уменьшения объема всегда. Здесь такая заклепка. Он состоит из хлопка, этот костюм. Он имеет четкую форму, за счет чего смотрится еще круче. Давайте посмотрим, что у нас на спинке. На спинке у нас выточка. Все достаточно так минимализма с деконструктивными элементами. Наши брюки. Смотрите, какие классные здесь брюки. Брюки на резинке. Классная посадка, в них комфортно. Покажем нашу футболку. Принт. В форме собачек. Смотрится необычно. Этот костюм у нас представлен в белом цвете и в черном. По размерам у нас от 42 сядет круто и до 56-го, 54-го тоже будет очень круто смотреться. Ценовой сегмент у нас чуть выше среднего, но он обоснован нашим качеством, необычным дизайном. Допустим, этот костюм будет стоить, цены везде у нас указаны. Значит, вот этот жакет 9400. Брюки вот 7500. Это наша дизайнерская линейка сегмента люкс. Костюм из софт ткани. Такой он черно-графитовый со своим напылением. Нереально качественный на ощупь, просто не хочется его отпускать. Смотрите, какой акцент на спинке. Брюки палаца и брюки зауженные есть к этой рубашке. Также вот такое платье крутое у нас. В эстетике 50-х годов. Такое на длина миди. Тоже очень круто смотрится. Размеры до 56-го. И давайте посмотрим еще несколько позиций нашего дизайнерского бренда. Это, конечно же, хотела вам показать. Вот такая куртка, бомбер, лазерная обработка ткани. Что классно в этом бомбере? То, что его можно менять по форме. То есть сейчас у нас силуэт имеет округлую форму. Но если мы вот это все распустим, то это будет уже прямая форма и уже будет другой эффект от образа. Так. Классные элементы представлены в таких жилетах. Жилет имеет асимметрию. И уже он будет добавлять изюминку любому образу. Все цены и модели у нас представлены в нашем телеграм-канале. Вы можете также подписываться и наблюдать за нами. Теперь давайте покажем базу. Базовые модели, из которых можно создать тоже крутой лук, добавив какие-то аксессуары, обувь, крутой стайлинг. Ну, допустим, базовые костюмы вот такого плана, которые подойдут отлично и для работы, и на каждый день под кроссовки, под крутую какую-то футболку, либо с жилеткой, с рубашкой. Это такая наша база. Костюмы представлены в разных расцветках. Размеры до 50-го, именно костюмная классическая группа. Если рассматривать наш бренд, который имеет асимметрию, то он до 56-го. Также есть платья
смотрите, платье-рубашка в разных-разных расцветках, до 56 размера. Круто сидит и на 42, и на 56. Это уже проверено. Цвета у нас есть бежевые, синие. Платье-рубашка. Казалось бы, обычная платье-рубашка. Ее стилизуют наши дизайнеры с этой юбкой. То есть мы юбку надеваем. Сверху это платье. Внизу какие-то крутые на грубой подошве, допустим, лоферы, либо босоножки. Это уже будет эффектно, это будет запоминаться в глазах окружающих, и это будет круто. Также платье в историческом таком стиле, стилизованное. Смотрите, воротник белый, он снимается. Брошка, боковые разрезы, летящая ткань. В целом, вот это платье, оно само по себе уже имеет свое ДНК. Далее, по джинсовой теме, то, что сейчас актуально, у нас представлены шорты, джинсы. Так, давайте с шортиком. Да, шорты есть разные длины. Джинсы. В основном у нас производство Россия. Россия, у нас бренды, наши дизайнеры российские. И также на лето у нас представлена коллекция летних платьев, ажурные варианты платья, юбки. То есть наше пространство, оно заточено на то, чтобы вы к нам пришли, смогли собрать образ от и до. То есть должны быть у вас обязательно, да, вы знаете, в капсуле рубашки, футболки, юбки, платья. Все это вы можете приобрести у нас полностью комплектом. А также классная у нас коллекция, мы получили ее сегодня, а получаем мы товар почти каждый день. Вот, коллекция представлена в ткани лен. Вот, мы только-только получили, обязательно все отснимем. На мне представлен костюм. Сейчас остро популярный тренд, это кимоно. Кимоно стиль, расслабленный. Обращайте внимание на качество изделий. Оно у нас сегмента люкс. Все очень качественно сделано. Состав 90% лен и 10% вискозы. Такие вещи, в которых чувствуешь себя очень круто. Которые задают настроение. А также у нас есть крутые тренчи платья, которые можно носить как тренч и как платье. Здесь образ представлен с белым платьем, но вполне себе его можно носить на голое тело. Сзади вот такая шлица. Состав вискозный шелк. Цвета в ассортименте. Также давайте посмотрим на наши базовые рубашки, яркие, которые, ну, такие являются базой в гардеробе, особенно в летнем, рубашка расслабленного такого стиля. Вниз мы надеваем вот такую белую маечку базовую и, допустим, джинсы белые. Что у нас получается? У нас получается вот такая белая вертикаль с помощью этой рубашки, да? И это всегда стройнит и вытягивает любой образ. Добавляем сюда аксессуары, очки. Браслеты, это уже какая эстетика вам ближе. И вуаля, образ готов. У наших покупателей очень хороший вкус, мы это знаем. Поэтому мы концепция нашей развески, нашего пространства по категориям товара. Потому что все уже знают, как что с чем миксовать. И, допустим, здесь идет футболки. Вы можете выбрать себе футболку. Футболки у нас в основном это либо минимализм, без особых надписей. Можно полоску. Футболки обновляются каждый день. Каждый день получаем что-то новое. Есть вот такие футболки. Футболки. Дальше, допустим, мы хотим сделать спортивный образ. Мы выбираем джинсы. Классические, смотря куда мы отправляемся. Ну, либо рваные какие-нибудь, да. Либо вообще шорты.
Если мы отправляемся в офис, тогда мы, конечно, возьмем жакет. Жакет может быть, если нет дресс-кода, яркий, либо, ну, официально синий. Если мы отправляемся куда-то на выход с подружками, в ресторан, кафе, мы можем сделать вот такой себе образ. Рубашку из вискозного шелка, ну, допустим, в цвете фуксия. Он сейчас наиболее популярен, этот цвет. Фуксия, брюки, они прям в этой капсуле висят. Брюки палаццо, как брюки-юбка с высокой посадкой. Вот такую блузу. И, пожалуйста, выход. Блузу можно с джинсами, и это уже выход куда-то погулять. Также есть вот такие вот штучки, которые тоже найдут свою аудиторию, так скажем. Вот такая стежка кимоно. В наличии у нас черный, молочный и охра. Лазерная обработка ткани. Видео не передаст того качества, которое вот вживую можно пощупать. Очень крутое. И необычное. А наш следующий образ мы собрали на Ольге. Мы сделали здесь вертикальную полоску в бежевом цвете, за счет чего образ кажется страннее. Мы накинули вот такую кимоношку в цвете охра. Также лазерная обработка. Каждой стежке идет. Очень удобно. Здесь есть кармашки. Повернись. Всегда вот это смотрится круто. Угу. Наши джинсы, они у нас представлены в разных вариантах. У нас вы можете найти клеш. Широкие от бедра. Зауженные варианты. Шорты. Любой фасон. Вот такая стежка, как на мне. Это дизайнерская линейка. Размеры 42 по 56. Будем рады видеть вас у нас в гостях. Приходите к нам на примерку. Всего доброго. До свидания.